Audio Jungle. Хорош в этом сезоне Манчестер Сити, а Гвардиола лучший тренер современности. Согласен, Ман-Сити нереально хорош в этом сезоне, но Гвардиола не лучший. Лучший это Юрген Клопп. Друзья, это второй выпуск футбольных дебатов. Кто лучший тренер современности, Гвардиола или Клопп? Мы начинаем. Первый аргумент – это титулы Гвардиолы. Главная задача каждого тренера – выигрывать много титулов. А это у Гвардиолы получается на все 100. За свою 10-летнюю карьеру Хосеп Гвардиола выигрывал 21 трофей, включая 2 Лиги Чемпионов. Плюс в этом сезоне Пеп выиграл АПЛ, вышел в финал Кубка Английской Лиги и главный фаворит Лиги Чемпионов УЕФА. По сравнению с Моуриньо – 25 трофеев у Моуриньо, но за 18-летнюю карьеру. Второй аргумент – это стиль Гвардиолы. Именно он придумал тики-таку, которая принесла ему кучу побед. Гвардиола ставит атакующую игру. Вы посмотрите на Ман-Сити. Команда идет всегда вперед, забивает пачками. Именно этого хотят фанаты. И третий аргумент – это авторитет Гвардиолы. Вы посмотрите на ситуацию в ПСЖ. Игроки дерутся прямо на поле, а Неймар сам решает, в какой игре ему играть. И знаете, кто в этом виноват? Виноват главный тренер ПСЖ Унай Эмери. У Гвардиолы бы такого не было. Он сажал на лавку 70-миллионного Златана, Деку, Рональдиньо и тому подобное. Пеп – настоящий авторитет. Благодаря этому он лучший в мире. Первый аргумент – это то, что Юрген Клопп может давать результат без денег. Он возглавил Майнц и вывел команду в первую Бундеслигу. Позже с Боруссией дважды выиграл чемпионат и взял серебряные медали Лиги Чемпионов. До Ливерпуля самой дорогой покупкой немца был Генрих Мхитарян за 27 миллионов евро. За свою тренерскую карьеру Клопп потратил 473 миллиона на трансферы. Это в 2 раза меньше, чем у Гвардиолы. Второй аргумент – это способность Клоппа играть без лидеров. В каждый год у Клоппа забирали лидеров, а он все еще продолжал показывать высокие результаты. Нури Шахин, Кагава, Кёртс, Левандовский, Каутиньо – все они уходили, а Клопп продолжал играть на высоком уровне. Третий аргумент – это умение играть против топ-команд. Если бы Ливерпуль не терял очки с аутсайдером, то давным-давно бы стал чемпионом. Именно Клопп обыгрывал Гвардиолу больше всех. Именно команда Клоппа набрала больше всех очков между матчами большой шестерки. Плюс к этому аргументу можно добавить характер команд Клоппа, которые вырывали победу на последних секундах матча. Всем спасибо за просмотр и пишите, кто по-вашему является лучшим тренером современности, Гвардиола или Клопп, или вообще кто-то другой. С вами были волонтеры Радио Нор Ашот Тонуян, Арман Карапетян, увидимся.